счастья, но на самом деле до счастья еще не так-то близко. А API, то есть сама идеология, которая это продумана, оно требует того, чтобы этот код был, ну, эти библиотеки были объявлены через хук-лайбрери в модуле. То есть каждую библиотеку, то есть мы хотим подключить модернайзер, мы его подключаем в отдельной библиотеке хук-лайбрери, мы регистрируем библиотеку. Хотим подключить jQuery таймер туда же. Еще раз, еще что-то. Для каждого писать модуль для каждой библиотеки, то есть стороннего скрипта, который там может не использоваться, у нас в большинстве случаев там, чаще всего, а там используется в одном месте, там, на одной странице. Это неинтересно вообще. Это бессмысленно, но поэтому, в общем-то, появилось сначала в шестом Drupal, появился модуль Library первая версия, который тоже был довольно грустен, но он позволял все эти библиотеки не хранить там в модулях, а положить в папочку Library правильно оформив и дергать, подключая ее уже как-то более-менее нормально. И вторая, это была первая версия, которая все, в общем-то, а во второй версии все стало гораздо более роскошно. Мы можем поставить модуль libraries, то есть нам не путать library и libraries. Мы поставим модуль libraries и сложив, мы можем, то есть появилось что? Появилось контроль зависимостей. То есть как и в системном, так и в стороннем дополнительно появилась система зависимостей. Мы можем там подключив одну библиотеку, она автоматически по зависимости подключит все свои родительские, от которых она зависит. Да, все это там указано. То есть, получается, как новый раздел, там были раньше темные модули, так теперь добавились libraries, которые описываются, по сути. А это в админке? Как сказать, все-таки? Все это, то есть мы храним, то есть это, конечно, средство для разработчика, нет, в админке этого нету. Мы создаем папку libraries, мы создаем свою папочку, в которой мы, например, называем модернайзер, кладем туда модернайзер.js и кладем инфофайл, который описывает модернайзер. Он у нас ни от чего не зависит, он подключает один JS-файл. Все. В результате, когда мы включаем add libraries modernizer, или как там, load libraries, я не помню, как называется функция, у нас модернайзер включается. Все, он включился. Не надо, он не включился. Я вот по поводу подключения jQuery, я пока еще сейчас недавно на шестерке работал, и как раз подключать. На самом деле не сказал бы, что все настолько прям грустно. Оно не грустно, но довольно подключилось. Да, понимаешь, да, вот тут по два раза писать одну и ту же строчку. Да ничего, я абсолютно не писал. Я на самом деле закинул jQuery то же самое. И еще скачал последнюю версию, там три файла я закачал туда и все. По большому счету. И включил нормально. Мне для календаря надо было для красивого. Да, выступлю в защиту, этот календарь будет грузиться на всех страницах. Либо на всех страницах, либо... Для того, чтобы ты, да, ограничил эти вызовы, тебе надо где-то в коде проверять какие-то условия, да, страницы, где она будет вызываться. Иначе она у тебя будет грузиться на всех страницах. Это минус. Ну, еще раз говорят, что там G-Cube, он назывался модуль, ну, до сих пор он существует, не помню, Sue он работает или нет, но вообще любые такие плагины для jQuery, которые можно было описывать и подключать тоже таким же образом, но создавалось некоторое неудобство, когда много разных модулей используют одно и то же, то есть там где-то получается чуть ли не по два раза вызова, потому что в одном месте они работают вдвоем эти функции вызываются, в другом месте нет. Ну и опять же нет зависимости от того же UI. Там банально можно подключить, если какой код переключится, подключить это в блоке там, который выводится или не выводится, и все. Никто и вызов, который подключает библиотеку, можно сделать в PHP-блоке. Ну, может, он сам лично может способ, но первый вопрос, то есть у нас зависимости. То есть, в принципе, как мы управляем зависимостью? Оно аналогично, если сейчас посмотреть, что происходит с библиотеками в jQuery, в самом Drupal, то есть library, Drupal для library, там расставляется, у каждой библиотеки есть и можно dependencies и... То есть точно так же, как в обычном модуле, мы пишем dependencies. Да. И они... Пример инфофайла, это в инфофайле описывается? Инфофайл? Dependencies описывается где? Стоп, мы сейчас говорим о том, как оно в Drupal. Или как оно в модуле Libraries?
Модулі лайбрерис, модулі лайбрерис, воно описується. Ну, саме у мене просто самий простий варіант, там name, port, как, і там файли там JS, файли CSS, файли spec-capture, дуже інтересна річ. І в інфофайлі все. Да, все пишеться в інфофайлі, парситься парсингом інфофайла, преобразовується в структурований масив. Я когда разбирал, как модуль смотрел. Потому что там с мануалом сейчас очень плохо все. Приходилось как ковыряться, собственно, так. И еще хотел уточнить по поводу модулей. Я помню, есть еще какой-то модуль, который позволяет вот, писать hook library, типа такого. То есть реализовывать подключение библиотеки, это другое немного, да? Там... Даже API он называется, по-моему, так. В чем разница между предпервая разница между Drupal и самим модулем? То, что в Drupal для описания библиотеки, пакета этих зависимостей, файлов, мы должны написать свой модуль. Это неправильно. Это действительно неправильно. Сколько же нам каждый раз модуль писать, что ли, если мы захотим подключить модернайзер или там еще что-нибудь, Рафаэль? Нет. Мы пишем один файл info, кладем все туда, куда нужно, прописываем зависимости, и там уже, где нужно, мы дергаем, мы подключаем эту библиотеку. Второе, мы не только подключаем CSS и JS, мы еще можем подключить PHP. Для чего это нужно? Мне нужно было для того, чтобы я там вынес свои IE файлы стили, и я их обрабатывал в комментарии. Да, ну я извини, что прерываю, есть hook libraries info, в котором, да, получается, можешь писать в зависимости файлов, CSS, PHP, да. В том числе включить в каждую цель. Ну, да. Так, то есть получается надо писать еще модуль, который будет описывать. Если мы говорим только о Drupal, то да. А если мы говорим о модуле libraries, то нет, в инфофайле все хранится. Да, и в этом, в общем-то, весь вся прелесть. Так, а вот этот hook library info, это возможность ядра, да? Да. А, все, я понял. Вот. И там, по-моему, нет зависимости по нету контроля версий. А в модуле libraries там сама идея, что можно еще контролировать версии. Версионность поддерживает. Да, версионность. И если у нас какой-то модуль мы обновили одну библиотеку, он может отрапортовать нам, что все поломается, возможно, все поломается, что-то с версиями возможно. И я так смотрю, тут еще есть два варианта. То есть подключать Minified JS и обычный. Да? Что? Есть два варианта подключения JS Minified. А, да, там есть еще варианты подключения того, какой будет файл в данном случае подключен. Там, минимизированный, там вполне возможно. И плюс поддержка версии. Поддержка версии, да. По-моему, мануал появился вообще. Да, я смотрю. И есть вторая еще версия. Callback'и. Да. Ну, просто на тот момент, когда... А, это... А, ну, походу, да. Это примеры. Это примеры. Я имею в виду мануал на самом... А, мануала нет? Мануала нет. Там, и все это, человек, который этим занимается, он все это пытается протолкнуть в основу Drupal. Ну, планируется, да, потому что версионность, потому что писать каждый раз модуль, это грустно. Собственно, чем я пользуюсь? Я пользуюсь PIA, который подключается, он всего лишь добавляет Drupal с этим строку или же PIA. И потом у меня в лайс-файлах просто эта переменная, если она есть, то PIA подключен. И если ее нету, то она не подключена. И, соответственно, не сработает никогда. И в темплейт там при процессе HTML я там add library PIA, все. В общем-то, все, что мне нужно. Также у меня там CSSOA подключен, который добавляет юзер агентство классы. Хотя необходимости, по-моему, в последнее время у меня там в нем, собственно, нет. И что-то еще. Что еще у меня есть? А, ну я вижу. Это у меня стандарт, потому что это сейчас мою тему. Вот. Ну, собственно, о чем хотел поговорить. Все стало значительно веселее. Не нужно там таскать у себя в теме там какие-то скрипты, которые нужны только для оформления. Тут же CSSOA. Он хранится в этом. Он хранится в libraries и, в общем-то, для мультисайтинга.
Еще вопрос. Повторно используется. Повторно используется. Если мы хотим подключить просто JS какой-нибудь, да, у нас там куча dependency, там да. еще три. Мы просто пишем конечный. Да, конечный. Именно конечный. А dependency с самых. Да, да, да. А если мы еще другой хотим, у которого тоже есть dependency. А один раз подключается. Все подключается один раз. А если такого нету? Нету? Да. Ну если нету, то все грустно. Ну как? Как контролируется, где вот, которые установлены и все остальное? Libraries должен, он сканирует инфофайлы, в папке Libraries находит их и у себя создает всю эту зависимость. Ну вот хорошо, а если зависимость не соблюдалась, то есть нет такой библиотеки? Ну по идее, я не смотрел как там, но по идее он должен отрапортовать, что все плохо. И все. Может значение на странице модуля, и он говорит, что нет такого и не включается. Ну вот, а у вас же какой-то такой страницы. Не галочка, он же не галочка отмечается. Ну да, вот как он ну, сообщает. Ну, системное сообщение можно вывалить в статус, и все. Будет проваленная зависимость или проваленная версионность. Все будет нормально. Если я правильно услышал, то вообще-то модуль говорил, когда вот я приговорил и вставил, он мне говорит, что он не найден такой файл, и все. И там, посмотрите или засуньте его в Libraries. Причем это все приговорилось. А вот обратная задача, допустим, у нас какой-то проект, то есть, в котором такая штука используется, получить, скажем, то есть, информацию о том, где чего используется, на каких страницах. В каких местах используется библиотека? Ну, я не знаю, дружу можно посмотреть, потому что там тоже что-то для дружи тоже писалось. Я не глубоко, я копал это, то есть документации нет, я копал настолько мне нужно было, ну, целиком, то есть дальше посмотрел, все, но не вникалось, насколько мощным может быть. Ну, по-моему, да, ну там должно выписывать, что где-то эти библиотеки подключаются, так же как там душу воды, где хуки подключаются, прочее. Вот. А и, собственно, оно еще чем удобно, но нет, сейчас. Конечно, пока Libraries не используется в ядре, а в ядре только библиотеки сами Library, то там можно же подключить их, когда мы форму создаем. В форме мы можем подключать CSS и JS. Не ADD, Drupal ADD, CSS, Drupal ADD, JS, а именно к элементу. Attach. Да. Ну и это круто, потому что не нужно, там, если мы убираем один элемент, да, чем-то где-то как-то там, дальше в альтере мы убрали и его нету и соответственно нету его атача. Так то есть этот модуль Libraries он еще реагирует на эти атачи, да? Нет, модуль Libraries не реагирует на атачи, он пока потому что это не его слой вообще ответственности. Это не его слой ответственности, если функциональность это включится, будет вообще замечательно. Сейчас все стало значительно интереснее, но с Libraries будет еще круче, потому что не нужно писать модули. А сейчас не нужно писать модуль, чтобы объявить свою библиотеку. И там, не знаю, написать у каждого своя библиотека, там, либо каждый модуль отдельно, каждую библиотеку от библиотеки в отдельном модуле, либо все в одной, будет каша и бардак. Хотя есть грамма. Вот, в общем-то, все. Насколько я понял, с этим модулем, кроме тебя, никто не работает. Не, был опыт, но я просто, наверное, чуть забыл или запутался, где... Если первая версия, то там все бедно, бедненько очень. А во второй версии, которая еще дев, там, по-моему, во второй версии я не пришлось даже патчить, потому что там он не рекурсивно сканировал библиотеки, он сканировал папку и не находил, соответственно. Ты можешь привести примеры использования, то есть реальные примеры, где и как? Я реально применяю, у меня когда я тему подключаю, включаю тему, в template PHP, там при процессе HTML, в этой функции, у меня подключается, добавляю библиотеку PI, которая просто сообщает, где лежит у меня PI, а PI лежит там в Libraries. Включаю CSSLA, который просто включает, включаю новый ID, который добавляет условные комментарии с Explorer. Explorer, да, который там выводит мне окошко, которое сообщает, что все плохо, шестой Explorer уже умертвый, и седьмой, в общем-то, тоже. Соответственно, отключив эти вызовы в одном месте, мы и отключимся. Также, то есть необходимости, по-моему, у меня еще не было в этом.
Java можно подключать там jQuery таймер, например. Ему может пользоваться модуль, ну, или там jQuery, какой-нибудь другой плагин jQuery. Будет пользоваться модуль и будет пользоваться тема оформления, ну, если это в теме оформления. То есть подключится он ровно один раз, и независимо от того, здесь или там произошел вызов, все будет работать. Так получается, у тебя это все грузится на каждой странице, как ты его начинаешь нажимать? У меня на каждой странице, потому что у меня на каждой странице. Не, допил, ладно, да, а там же таймер. А таймер у меня будет вызываться только там, где мне нужен таймер. Если у меня, например, таймер, я зашью подключение лайбрери таймера в блок какой-нибудь, ну, конечно, практика не самая лучшая, но, например, у меня там баннер там сменяют друг друга, и только в этом блоке, и все. То есть это отношение имеет исключительно к блоку. Ну, будет блок. Хорошо, вот такой вот пример. Допустим, у меня есть 5 типов материала, 3 из них используют даты, и я хочу в бэкэнде подключить вываливающийся календарь query UI. Да. Я что делаю? Ставлю модуль getQuery, если это шестерка query update, так, ставим для того, чтобы пройти на один пример, соответственно. Загружаем getQuery UI. Так, и в своем модуле я делаю, проверяю, если это вот эти три типа материала, то я делаю Drupal OpenJS, getQuery UI календарь. Ну, да. Все. Зачем мне libraries? Libraries? В этом случае. Сколько вызовов? Я проверил. Если сколько, это... нет, сколько вызовов у тебя, а сколько раз ты... Один. Сколько CSS и JS ты добавляешь? Один раз я говорю Drupal. Ты говоришь Drupal это JS, Drupal это CSS. Ну могу без CSS. Drupal это JS, ты говоришь Drupal это CSS, Drupal это при этом ADD для jQuery, там, например, дейтпикера, да? И для кора. Тут имеется в виду, если ты делаешь 3 вызова. Несколько файлов подключать, не один. Не один файл. Ты делаешь 3 вызова. Ну, то есть одним вызовом ты подключишь. Ты одним вызовом не отделаешься. Ну, одним окей, вызовом. Три строчки кода. Три строчки. Три строчки это втрое больше, чем одна строчка. Ну да, отлично. Но прежде чем использовать эту одну строчку, ты до этого должен был пойти в libraries и написать там 20 строчек. Не-не-не, писать ничего не надо, просто нужно положить папку libraries. Положить папку libraries и инфофайл. Инфофайл. По всему еще. Инфофайл. Да, инфофайл. Нужен? Ну, обязательно. Библиотека правильно оформлена. Библиотека это всегда повторно используемый код. Хорошо, смотри, просто речь идет о чем. То есть, если мне нужно вызвать мой дейтпикер на трех формах. На трех формах, да. Я сделаю, наверное, все-таки Drupal ADJS. Drupal ADJS, хорошо, ты делаешь дейтпикер по трех формах. Ну, Drupal, мы давайте говорим сейчас про седьмой Drupal, про то, что он предоставляет, и то про наше светлое будущее. То есть мы делаем attachment. На самом деле мы делаем attachment по типу поля. Одна строчка. И если это тип поля где-то убирается, убивается или там изменяется, он изменяется, соответственно, хуками, то, и которые... Да, если они там... Или альтер какой-то, да? Каким-то альтером, да, то, соответственно, не происходит присоединение. Или происходит. Мы подключаем все там, где оно происходит. Мы не подключаем это где-то там еще. В одном месте, и ровно там у нас одна команда происходит, и одно действие, одна команда. Это правильная организация кода. Нам не нужно потом отслеживать зависимости, если у нас в одной, у нас сложная форма, да, которые у нас, тут у нас дейтпикер, здесь у нас слайдер, а здесь у нас опять какой-нибудь дейтпикер и еще где-то что-то. Если мы будем не пользоваться library API, мы должны постоянно, изменяя форму, мы должны внимательно отслеживать эти зависимости. А если мы подключаем это через attach, то мы убираем элемент, убираем зависимость. А с libraries, вот с libraries API, конечно, пока он не висит в attach, там чуть-чуть посложнее, ну, чуть-чуть не так замечательно, пока не так замечательно. Надеемся на светлое будущее, что все будет еще лучше. Вот. Одна команда, одно действие. И именно там, где оно происходит, а не где-то еще. Собственно, когда я говорил вчера про LES, мне, то есть, чего бы хотелось бы, да, ну, там, когда я сказал, что я забрал поповый селектор, который всплывает на самом деле, но объявлен они именно вот в
том месте, в котором, рядом с тем местом, в котором, собственно, это действие происходит. Но он всплывает. То есть селектор, который принадлежит HTML, класс принадлежит HTML, это начало селектора. А объявлен он пишется ровно там, где происходит влияние его. В общем-то. И вот это правильная организация кода, но несмотря на то, что там действия там возникают, там, ну, ужасно, ну, не ужасно, там, что-то сказать, довольно нетипичное, нетривиальное. Вот, в общем-то. Окей. Я подключал, насколько я на другом проекте подключал, AnodaTimer я подключал, и подключал какое-то там улучшение для работы с табами, что там, ну, UETabs, который там позволяет там прокручивать. Где-то, где-то мне нужно, там я уже рефакторинг кода, когда происходит рефакторинг кода, мы выносим что-то из модуля, вытаскиваем все это в тему, когда решаем что-то исключительно оформление. И вот какой-то, ну, просто я копирую так то слово. Не ищу этих зависимостей. Что бы там еще хотелось бы, ну, в общем-то, в инфофайлах нету депендентисов в стандартных модулях от библиотек. Ну, наверное, это слишком уж увеличит сложность. Это немного, если включить ядро, по сути, это вкладывается еще на директиву libraries и вопрос. Ну, что? Да. А что там происходит-то? Смысл сами библиотеки, сама идея библиотек, почему это не модуль, это вещь, которая не принадлежит Drupal вообще. То есть сам смысл. Он не принадлежит Drupal. Им всякие вот эти вот визивик редакторы, которые кладутся туда, они не принадлежат Drupal. Они сторонние, полностью разрабатываются, обновляются, что-то там между ними происходит. Они не принадлежат Drupal. И, соответственно, они не в модулях. Что в модулях только то, что принадлежит Drupal или там текущему проекту, они не в модулях, они там. И работают с ними, работать с ними надо так проще. Каким образом можно ли через Libraries это реализовать, чтобы на разных страницах подключались разные версии jQuery? Разные версии jQuery? Ну, как бы один и тот же модуль, в смысле jQuery, для тех, одна и та же, а версии разные. Это было бы интересно. Ну, по-моему, нельзя. Ну, разве что можно... Нет, в принципе, можно. В принципе-то можно. Мы подключаем библиотеку, которая берет jQuery, делает он сет при рендер HTML, да, удаляет саму jQuery и подключает его заново, там, другую версию. Ну, по-моему, это ужасная практика. Сама по себе. То есть удалите... Ужасная практика, то, что jQuery нельзя обновить из ядра. А в шестом все плохо. В шестом, да. Ну, мне пришлось пачить ядро для того, чтобы вогнать 1.4.4 сначала, потом 1.5.2. А зачем 1.5.2? Там что не устраивало 1.3.2? Live. А? Live делегит. Да, ну там много плюшек, поэтому... Ну да, но махерсы там серьезно добавили. Плюс библиотеки, там, по-моему, опять же, мне понадобилась какая-то библиотека, которая, ну, когда оно стрельнуло. Мне понадобилась библиотека, она требовала один какой-то там 4. И я уже там на баре. Библиотеку хачить не хочется. Библиотеку понижать версию, искать, да, она и... Один из моих проектов там недавний, который там, в общем-то, лютую ненависть вызывал, мне его дали на доработку. В общем-то, шестой Drupal, они уже делают его год, делают так недобранный выход. Как бы ничего там не работает, почти. А смотрю, jQuery SVG, они... Смотрю зависимость. Требуют 1.4.3 jQuery. Клево, о чем? Ну а и Drupal там стоит стандартный, не патченный, 1.2.6. Я говорю, ну и как? Спрашиваю. Нормально? Ну я посмотрел, подумал, ну елки-палки, надо починить, помочь пацанам. Обновил. Вопли были ужасные. Просто верни назад. Я вернул. Ну, а смысл? Я не понял сути. Зачем тогда подключать какие-то там JS, у которых зависимости провалены просто. Ну вот, а люди это сделали. Ну, мышка там работала. Я не знаю, что там работало. Человек меня потом спрашивает, а как мне там, а с какими библиотеками там для графики ты работал? А я недавно только
работал с Рафаэлем, а до тогда, когда он меня спрашивал, я ничего не могу сказать. Ну, я смотрю, ну, СВГ, если jQuery СВГ, если оно работает исключительно с СВГ, ну, вообще, чем ты думаешь, товарищ? У тебя же Explorer просто. Не работает. Да, Explorer есть там. Ну, Рафаэль работает, я не знаю, что будет против. Есть фабрик JS-овский, чтобы этот API Canvas'а реализовать под Explorer. Для jQuery SVG? Стандартный, чтобы вообще все функции Canvas'а реализовать. Эмуляция. Ну, да, эмуляция. Ну, там люди придумали. Ну, это да. Это наверное, есть. Но люди, которые это подключили, они не посмотрели ни на версию, ни на этот, они даже не смотрели, что у них из-за количества CSS подключенных в Explorer вообще ничего не показывали. Я же не говорил о том, что там проверить SVG, а у них не работали стили из-за количества. Ну вот такие люди. И там были вопли просто ужасные. Потому что там, кстати, при обновлении jQuery, если кому-то там понадобится, у меня на Drupal уже там описано более-менее. На Drupal было описано, и откуда я это взял, и что конкретно патчить, если кому-то понадобится. Там возникает проблемка в том, ну, такая самая минимальная. Ну, во-первых, там часть модулей приходится там из-за того, что они были написаны когда-то давно, и я воскликнул, и они перестали работать просто. Там что-то элементарное, типа знака собаки в селекторе, он уже запрещен там. То есть там jQuery, именно по версии jQuery пришло. Ну и отворилось, в общем-то, перетаскивание ячеек в таблице. Оно отвалилось, его починили, но починили как-то не очень хорошо. Оно вот то пропадает, то таскается плохо. Ну, с ним, ну, разработчик, это проблема для разработчика, в общем-то, в основном. Ну, клиент не таскает эти элементы. Вот это тоже было просто лютую ненависть вызвало, просто волнуюсь. Проблема в чем? Неудобно. Ну и там плюс там правила анимации, анимирование чуть-чуть изменились. Короче, я рад, что теперь с этими людьми не работают. Просто человек, его имя просто вызывает уже лютую ненависть. Да, да, при том, что я лично сначала делал, что нужно было сделать мультишаговую форму. Ну, сделали, хорошо. Потом на нее нужно делать. Пришлось оптимизировать, А у них тапсы primary link отключен, ну, тапсы вот эти вот primary, просто отключены. Вернее, там дисплей не устанавливают. Классно, ну и я, или чё. Потом от меня требовал убрать H1, который выводится в HTTPL. Ну, убрать его. Ну, что, а может воду вам горячую отключить? Эти колонки. Пользоваться своими классами. Именно потому, что они, иначе там перекрывают что-то, ага, перекрывают, ну и CSS-ки перекопировали куда-то еще и потом что-то. Нет, ну просто как бы, ну хорошо, неудачно изначально спроектировали так. Он был спроектирован ужасно. Ну, согласен, да, то есть, ну, как бы, то есть... И какими там... Если вот кратко резюме, то что делать так, чтобы всего такого не было? Что делать так? Друпалвей. Соблюдать друпалвей, ну, идти по друпалвей, все. То есть, как это... Сейчас сказали в предыдущем докладе, Drupal Way — это стараться делать хорошо. Стараться делать это для себя, понимать, что кому-то с этим работать, изучать чужой код, хороший чужой код, хотя и плохого хватает. Открывать модули, не стесняясь. То есть, конечно, там на определенном уровне разработчик не может, ну, понимать чужой модуль, для него чужой код потемный. Но через некоторое время опыта работы он понимает и где, и что, и как, и почему, и что именно сделано. Ну, говоришь, на другую тему, но да. В этом случае просто, если ты говоришь, что на Drupal Way, но да. Я так понимаю, что писал изначально делал не ты этот сайт. Да, не я. Вот, и приходит тебе клиент и говорит, вот мне нужно сделать, у меня есть сайт, у меня классный. Ага, ну, прекрасно. Ты открываешь и видишь, что это явно не Drupal Way, то есть, ну, дальше действия. Мои действия? Там проект был года 7 месяцев, год, полтора. Год, и он еще не запущен. Да, да. Ну, что. Заказчик пытается объяснить конкретному заказчику, что исполнители были плохие,
что надо это все переделать по-хорошему. Объяснить это ладно, но заказчик это понял. Заказчик он понял, да, но денег мы не увидели. Ну вообще, рассказать клиенту, что его предыдущие там, да, там контракты были плохие, ну, честно говоря, это тоже вот и гудвей. Потому что как бы, то есть, ну, по-хорошему. Вот вы взяли проект, вы его там то есть, посмотрели, в идеале надо сказать, вы его возьмете либо не возьмете. Вот, а говорить, да, что они типа, были плохие, как бы, то есть, ну, это как бы не там как. Я делал модуль, у меня была сошна. Я ревизию проводил уже там исключительно, чтобы доказать, что я не хотел. Я обнаружил там вещи, типа зашитые в подвал ссылки. Ну просто они зашиты в подвал. То есть никаких блоков регионов, а просто ссылки зашиты в подвал. Я говорю, ну и как это должно работать? Не, ну что, ну ты работаешь, ну, то есть зашито тебя с глазами прибито и все, он тоже. Ну конечно, работает. А как это должно изменяться? А должно ли это изменяться? Хороший вопрос, по идее, да. Если да, тогда неправильно. Если нет, допустим, это ссылка на разработчика, да, мы там делаем кому-то и теперь зашили туда свой ссылку. Можно, конечно. Это уже H1 дисплей. Там уже язычный сайт, поэтому должно, по идее, должно подменяться, если язык меняется. А изменим, у нас что-то там изменится, структура, придет СОшник и скажет, а товарищи, а почему у вас там в подвале ссылка называется о компании? И вместо about. About это хорошая ссылка. Я вчера прочитал, что я тут очень любит ссылку about, я понимаю, что это о компании. Ну, вполне, кстати, логичная вещь. Или скажут там, или что-то еще, или у вас не ЧПУ, а должно быть ЧПУ. И будет прав. Должно быть ЧПУ. Исправьте. А как? Они вшиты в шаблон. Конечно, это, по-моему, уровень ответственности контент-менеджера, который все это может, должен иметь возможность это менять. Ну, Иван, после этого такой момент такой, то есть, как, ну, в принципе, то есть, чем больше мы выносим как бы, то есть, в админский интерфейс для там, доступности там, пользователя, тем хуже ему становится. То есть, ну, там, админский интерфейс? То есть, ну, конечно, да. То есть меня, например, иногда там пугают гигантские там USA или там панели, модуль. То есть я думаю, а не слишком ли оно нагружено получится, сколько там приходит кода, сколько запросов в базе данных. Ну, как бы. Да. Нужен баланс. Не все нужно оттащить, как бы, потому что. Не все, конечно. Ну, он конкретно выигрывает, то есть, когда. То есть, наши постоянно там батали, что то есть, типа, да что будем делать на WordPress или на Drupal. Ты как говорит, WordPress, там все простенько, там все красивенько. У него главная админка, поэтому да. Кажется, что все по WordPress. Мало даже нужна главная админка, если по большому счету. То есть. Да. Не, ну а что, есть же сейчас Tau и Rubik. В принципе, симпатичные админки. Root Candy. Root Candy, классно. Да, я вообще, причем я уже сталкиваюсь с тем, что именно ее очень много действительно используют. То есть, ну, в принципе, если когда заказчик оставишь, да, очень большинство нравится. Если конкретно, когда отдаем проект заказчику, то есть не давать ему первого пользователя, а создаешь ему роль администратора, создаешь туда администратора и для него ставишь Root Candy. А сам пользуешься тем, что тебе удобно, там тот самый там Rubik, админ-меню и прочие вещи. Ну, я пользуюсь Rubik, классно. Rubik классная тема, мы юзали на одном из проектов и заказчику ставили, то есть он вообще там аж пищал от счастья. По сравнению с тем, что кто что любит, тот кто себе и ставит. Ну, просто как заказчику будет удобно, так лучше для него и сделать. Просто ты под себя делаешь, ну, а не под него другого. Нет, ну просто как бы некоторые вещи, то есть, ну, просто ему даже можно реально не показывать. Как бы, ну, чем да. Да, если как бы. У нас в плане как, вот нам постоянно дает одна фирма заказы, и сначала просто контакт нам показывали Drupal, она там показала клиенту. Там типа, что это такое вообще? Даже не Word. Вообще, что это такое? Что здесь клацает? Ужас прям. Ну и потом просто мы сделали одну тему для админки себе. Красивенько там посоветовали с ними, показали красивенько. Все, и теперь просто ее постоянно прикручиваем, все рады довольны. Да. Что делать? Как отредактировать материал? Логиниться и отредактировать. Там есть вкладка отредактировать. Как создать материал? Надо сначала подключить интернет, потом залогиниться, затем сайт. Если возвращаться к вопросу libraries, ну да. В принципе, ну, классно как-то. Классно. Я хорошо. Вот, то есть, скажем так,
Какие вообще тут библиотеки без проблем туда дают, почему там сандаливаться? Сандаливаться? Все что угодно. В общем-то, по сути, да. Ну как, ну у нас... Это за что он даже Facebook SDK? Модернайзер я включал. Включал, Рафаэль не включал. Включал там таймер, по-моему, еще что-то я включал. Ну все, все туда вносится, чтобы оно не болталось нигде попало. Оно теперь нет, хранится нет. Там. И, соответственно, если нам нужно просто подключить JavaScript, он просто подключится. И когда надо, он там официруется, модифицируется, и все будет прекрасно. Если вы нужны какие-то. Ну все так же, как обычный CSS, как обычный JS. То есть это вообще не проблема. И если ему нужно, опять же, если ему нужно там при подключении какой-то PHP, ну под PHP тоже будет. Ну там сообщите себе, где режим IP, например, подключаться исключительно так. Потому что он должен сообщить просто, где он лежит, а потом в S-файле ну, отрабатывать. В общем. Надо пробовать. Потому что вот, например, ну, я пытался подключить туда этот AudioJS, но с ним была определенная проблема. Почему? Потому что он подключается во время проблемы после сжатия. Его, скорее всего, нужно подключать целенаправленно, запрещая ему его сжатие. Почему? Потому что он и смотрит, где подключен сам JS-файл при выполнении. Он смотрит, а где же он, собственно, подключен, и пытается из той же папки подключить CSS и SVF и картинку. Да. А после того, как он файл опустил, ну, сжат, склеен, он уже лежит совершенно не там. Соответственно, там нету его CSS-ки. Но это, по-моему, практика больше, ну, это больше проблема AudioJS, который сделан не совсем там. Которому нельзя сообщить, где лежат его вторые другие файлы. Mm-hmm. Ну и вот так, и все остальное тоже, в общем.